Привет, друзья, с вами Арчи. Сегодня мы начнем проходить особое событие в игре Need for Speed No Limits. И называется она Rebel's Gambit. Поехали! Автомобиль очень уникальный, таких я еще не видел внутри. Поэтому получить ее хочется, хотя по характеристикам она не очень-то и мощная. Но это не важно. Раньше не было таких мощностей, как сейчас. Мы видим показатель 474. Скажу сейчас, что у меня мощная тачка, где-то 905 рейтинг. Итак, погнали. Слушай, дело есть. Мне попался тут один Hot Rod, настоящий old school. Это да. Я хочу выиграть автошоу, которое тут в городе проходит. Участвуют только Hot Rod'ы. Машина уже выглядит сногсшибательно, но мне нужно произвести впечатление на зрителей. Здесь твой выход, ты будешь моим водителем во всех гонках. Конечно же я же самый лучший. Покажи всем, что тачка едет так клево, как и выглядит, и получишь часть призовых. 500 тысяч зеленых. Поехали. Итак, сразу к делу. У нас 5 жетонов, в углу справа видно. Один жетон тратится на одно событие. Поехали. Напоминает игру «Мафия». Может, кто играл? Я давно в ней играл. Тачка древняя, но бывший владелец здорово о ней заботился. К сожалению, если мотор тут родной, гонка не вариант. В 30-х годах не были такими проворными. Но что-то мне подсказывает, что это пуляет как надо. О, излишний оборот, ну как же так? Ничего, я думаю, в 30-ник секунд я увожусь. Набираем нитро. Воу, управление, конечно, очень так привыкнуть надо. В принципе, неплохо. Почти 300 километров разогнались. 284. Уже виден финиш. Красные полосочки. Yes! 2 секунды осталось. Даже больше. Это быстрый Hot Rod. Тут точно новый движок. Поехали на гонку. Поехали. Что мне дают? Прототип упорного стакана. Упорный стакан. Событие 2. Ну, 616 пик. Видишь гонщиков? Они хотят увидеть шоу. Произведи на них впечатление, и мы получим голоса. Конечно, Келли, я сделаю это. Идеальный старт. Сразу обгоняем. Хоть и говорят, хорошая лошадь в конце бежит. Мы будем плохими. И обгоним сразу всех. Азота. И тут финиш за поворотом. Подрифтовать можно. Не получилось. В этой тачке мощи порядком. Чё за Эйнштейн? Джек? Конечно, когда тебя так уделают. Прототип термодатчика. Вообще лучше сразу ставить такие штуки. Получил, установил. Так, мы ставим прототип за 53. У нас на счету 800. Пока проблем с деньгами нет. Надеюсь, и не будет. Увеличиваем мощность. 76, 77. Еще 4. И мы сможем пройти последнее событие.
Я думаю, тут все рассчитано, поэтому мы без проблем прокачаем до 481. Похоже, еще одного хот-рода посетила такая же идея, что и нас. Это важная гонка, если проиграем на шоу, нас не оценят. Конечно, важно, у нас всего 5 жетонов на 5 гонок. Один промах и придется ждать целый час. Ну, погнали. Почему зависло? Так, это я вырежу. А вот, отпустило. Дрифтуем, обгоняем в дрифте, и тут мы вторые. Обгоняем еще одного, и тут мы первые. Летим! Бдж, пу. Азота. Крутой поворот. Кто-то я не вписался, ничего. Он нас хотят обогнать, не даем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тормози, чувак! Тормози! Нет! 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 Это фейл. Ничего. Мы можем сделать. Одно неверное движение, один неверный промах. И жетон полетел к чертям. Ничего. Мы все сможем. У нас денег полно, мы мажоры. Пиу. Пиу. Все, это будет идеальная гонка. Дрифтовать можно. За дрифт дают азот, и можно тут же сжигать его. Вот так, да. Видали? Я ничего не коснулся. Я проехал вообще, не задевая никаких стенок. На 4 секунды почти обогнал. Отлично. Теперь за этот хот-род никто голосовать не будет. Голосовать в плане, чтобы вылетел, что ли? Интересно, интересно. Что за мафия там? Так, идем в гараж. Ставим запчасть. Чтоб тут же увеличить наши мощи. 79 сейчас станет. О, даже 480. Неплохо. Погнали. Что это за черт? А вот и опасная киска. Хочешь вписаться в дрэк, чтобы всех поразить? А? Модный чувак, катушки на шее, на руках. Эйс, вот уж неожиданность. Хочешь тачку Лейвена продать? Вот уж нет, куколка. Я просто хочу сделать тут всех на своей ракете. Заводи и покажи, что с ней можешь сделать. Сейчас увидишь, смотри. Не испугайся от нашего зрелища. Фу, эти дороги я знаю. На. 8 секунд. 7, 6, 5, 4. Готово. Еще 3 секунды в запасе. Круто водим. 2 секунды даже. Вот это настоящий рев мотора восьмерки, который тащит. Где взяла водителя, Келли? Ты еще и половину не знаешь. Тебя ждет настоящий спектакль. Это уж точно. Ну вот, один жетончик нам не хватил. Но я что-то придумаю. Средний по улучшениям. Ну, РП мы сейчас точно поднимем. Вот насчет жетона. Надо тут подумать, как сделать. Если следующий день нам доступен, то не проблема купить еще 5 жетонов и проходить дальше. Давайте заглянем. Нет. День 2 откроется только завтра. Поэтому я посмотрел немного рекламы
Чуть-чуть подождал, и стала доступна еще одна гонка. Поехали! Моя тачка самая мощная, 481 рейтинг у нее. Умер. Nissan. Ford. Еще один Ford. У нас тут это, экспонаты из музея? Это шутка на педальном приводе? Даже если так, все равно твой цирковой фургон пыли нажрется, поспорим? Ха-ха-ха, ты с 50-х по рукам, сейчас тачки стали быстрее, дедуля. Дави на газ, покажи этому молокососу, как едет двойка. Сразу обгоняем. Что за тормоза? Без тормозов едем. Обгоняем эту Робина. Это Робин. Банц, немного задели бампер, прости, чувак. Воу-воу-воу-воу, едем. Откуда берутся такие тормоза? А мы без тормозов. Есть. Вот мы и закончили первый день. Всего заработано 0 денег. Что за? Или за что? Ты не в своей лиге, вали в свою деревню, кретин. Это вы мне? Погоди, это Робин? Это вроде мужское имя. А выглядит как негритяночка. Глава завершена. Итак, получаем 10 золота и 10 чертежей машины. Еще нужно 5. Чертежи нужны нам, чтобы повысить уровень машины. Так, давайте прокачаем ее. Ставим еще один стакан. У нас уже больше 4000 денег. Вот, перестраиваем. Готово? Ну что, друзья, на этом первый день закончен. Увидимся завтра и будем проходить второй день. С вами был Арчи, подписывайтесь на мой канал. Пока!